Уже у нас другой мир, другая Европа. Мы должны тесно все вместе работать, чтобы было бы действительно приятно в нем жить, и что больше таких не существовали и не произошли бы. Вот это самое важное. Рейд обратилась, наша кавалерия, которая гонит. Приехал. Лепана Анатольевна. Ну, это, я думаю, это победа, одна из побед, которая была одержана при монархии, которая показывает силу монархического строя, когда мы одерживали множество славных великих побед. Et la Grande Redoute, parce que malgré la Grande Redoute, ils n'ont pas réussi. Et donc le 5 septembre et le 7 septembre à 2 h du matin. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive! В истории человечества. Cette année et ce jour-là, ici, il y aura. Pourquoi nous pouvons aujourd'hui nous incliner ensemble, Russes et Français, devant ce sol labouré par les obus d'artillerie et encore imprégné du sang des hommes et des chevaux, pour garder vivante la mémoire des combattants russes et alliés de Borodino. Inimaginable, et qu'elle avait échappé à la destruction. Интерес к истории – это самое естественное человеческое чувство, потому что любовь к истории – это как любовь к своей семье, как любовь к своим предкам, как любовь к отцу и матери. Это здорово, если государство может как-то здесь чем-то помогать, это его долг. Гуляться здесь совершенно не при чем. Платон, порты, ам, I don't feel I will live so long to expect 300th anniversary, you know. Но это же наша история. Мы надеемся на будущее хорошее. Почему мы должны думать о чем-то плохом? Ведь так правительство старается сделать для народа, а для молодежи, мне кажется, все правильно сделано.